вот ты второй сын. Все, приступаем. Знакомьтесь, это Максим и Кристина. Вместе они дружная команда. Любое дело в руках спорится. Брат и сестра постоянно поддерживают друг друга. Учатся дети хорошо. В основном получают четверки и пятерки. Но иногда бывают и тройки. Меня зовут Кристина. Мне 10 лет. Я учусь в 3-й Б-классе. Я люблю заниматься рисованием, лепкой, танцами, джиу-джитсой, футболом. Кристина занимается танцами и пением и любит рисовать. Максим – спортивный парень, играет в футбол, с удовольствием посещает тренажерный зал. Меня зовут Максим, мне 12 лет, и мое хобби – футбол. Я люблю в него играть, потому что поэтому нам дают грамоты, медали, и мы выигрываем. Кристина – настоящая умница и красавица. У нее просто ангельский характер. Девочка отличается добротой, отзывчивостью, ласковым нравом, скромностью и хорошим воспитанием. Кристина охотно общается со всеми. Ей нравится внимание, которое она не так часто получает. Несмотря на то, что у Кристи много друзей, самый близкий человек в детском доме – Максим. Максим и Кристина – очень коммуникабельные дети, любознательные, по просьбе. Все просьбы воспитателей выполняют беспрекословно, помогают в группе воспитателям. Также детскому дому тоже принимают участие в различных мероприятиях. Ну, дети очень хорошие. Максим и Кристина очень дружны, обожают быть вместе, заботятся друг о друге. Дети мечтают о большом, полном счастья доме, в котором они будут жить с мамой и папой. На все вопросы ответят специалисты отдела опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу: улица Некрасова, 66, кабинет 301, телефон 32 35 36. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Уссури». Новое жилье – новая жизнь. Уссурийская, 52А, телефон 306 906.